меня все время сопровождают технические проблемы. Я прошу прощения. Может, все-таки несколько слов для начала. Я прошу прощения по-русски, несмотря на то, что Атар за последние сутки доказал нам, что он абсолютно свободно понимает, во всяком случае, по-украински. Можно, да? Можно размовлять украинскую? Давайте спробуем. Перш за все, буквально декілька слів. Ви тільки що подивилися два фільми. Перший і останній на сьогоднішній день. Отаріо Селіані, володар трьох спеціальних призів Венеційського фестивалю, трьох призів Фіпресі, Каннського, Берлінського та європейських кінонагород Європейської кіноакадемії, лауреат премії Ніка, лауреат премії Луї де Люк і володар багатьох-багатьох інших призів. Перш за все, я хочу від вас і від нас подякувати панові Оселяні, що він погодився хоча б на два дні завітати до Києва для того, щоб особисто відкрити повну ретроспективу його фільмів. Приймаю одякування. Ви знаєте, що, извините, мені, ви по-грузински нічого не розумієте. По-французски вам нужен переводчик. Я был бы с удовольствием на каникулах от русского языка в связи со сложившейся ситуацией. Но язык здесь ни при чем. Хамьё, которое сотворило ситуацию в Грузии, и по-русски тоже говорить не умеет. Поверьте мне. Вот. Ну, вот я в вашем распоряжении, и пытайте меня, как хотите. Я позволю себе на правах ведущего задать первый вопрос. В двух фильмах, которые мы только что увидели, вы, Атар, снимаетесь в маленьких, но очень важных для фильмов ролях. А в фильме «Прощай, любимый дом» вы практически исполняете главную роль. Что это? Как бы авторский знак, ваше стремление очень оправданное к актерству или что-то другое? Во-первых, я совсем не лицедей и совершенно никакого желания им быть не имею, но ну, во-первых, когда я был молодым, мы все были молоды, мы снимали самую первую нашу картину через год учебы. Ну, она нелепая, она смешная, ну ладно, боже мой, проститься мне. А когда я не нахожу актера, который должен что-то сделать, то, что я хотел бы, чтобы он сделал, то тогда я прибегаю к каким-то методам, недозволенным режиссеру. Вот. Я думаю, что таким образом поступали некоторые люди. Так поступал Жак Тати, так поступал Орсон Уэллс. И они снимались в своих фильмах. Ну, просто потому, что они знали, что никто этого сделать так, как они хотят, не потому, что никто лучше не может сделать, как они хотят, не может. Вот. И поэтому, так как надо было сыграть человека заблудшего, хорошего приятеля, немножко утонченного, а я их видел немало, утонченных и хороших приятелей, так как я грузин, то у меня их
их полным-полно в Тбилиси. Вот. Поэтому я знал, что надо сделать так, а во Франции я такого типа не нашел. Поэтому я взял и сыграл какую-то маленькую роль. Это не имеет никакого значения. Вот. Ну. Я даже... меня зовут Оля Ивановна. Я люблю кино. Люблю кино. Всякое разное. Дякую вам за цей фильм. И у меня одно питание. В будь-якому фильме есть много сюжетных линий. И каждый видит по-своему эти линии сюжетные. И для каждого что-то свое находится цікаве. Будь ласка, для вас, какую главную для вас думку вы хотели втілити в этом фильме? Что самое дорогое вашему сердцу в этом фильме? Прошу. Дякую за внимание. Вы знаете, во-первых, мысли, высказанные, уже ложь. Что бы я вам ни сказал, вы посмотрели эту картину, это текст. Я думаю, я к нему отношусь как к тексту. Мало что это не написано, мало что это не сказано, но это текст, по-моему. Поэтому подумайте, что я хотел сказать, но это наш очень уже старый, ему больше 100 лет, язык, кино, на котором я и мои предшествующие мне коллеги как-то умудрились изъясняться и быть понятными всем. И, вы знаете, иногда бывает текст такой странный, вот, например, в Аэрограде Довженко употребил такую вещь: «Сейчас мы его убьем». Вот. Это было слово, вклеенное в изображение. Я очень сожалею, что я не смог вас предупредить, чтобы вы не читали субтитры, потому что я надеялся, что этот фильм должен быть понятен без чтения субтитров. Так как мы привыкли, что кто-то сказал: «Ах, здравствуйте, до свидания», что тут, может быть, есть какой-то смысл. В этом фильме никто ничего не говорит такого. И я вообще во всех моих фильмах стараюсь не делать так, чтобы что-то словами было передано такое, что непонятно, глядя на экран и слушая звук. Фраза, она имеет мелодию, она имеет интонацию, и с какой интонацией она сказана, все понятно. Поэтому я должен был вас предупредить не читать субтитры, потому что смотреть наверх, а потом спускаться вниз, смотреть наверх, спускаться вниз, это 30% изображения потерянных. Извините, но я не сумел вас предупредить. У Киеве 4 года назад на фестивале «Молодость». Красивый город, всегда остался и будет. Но вы знаете, в Вавилоне думали, что мир меняется в дурную сторону. В Египте тоже думали, что мир меняется в дурную сторону. И действительно, постепенно он меняется в дурную сторону. Мы становимся дикими. Особенно сейчас мы перестаем читать книги. Во всяком случае, наши дети. Мы теряем какие-то слова, какие-то понятия.
в нашу жизнь вошел телеэкран, который делает плоским все, что происходит вокруг нас. Но у меня есть товарищи, которые вообще не имеют телевидения. А есть подруги, которые телевидение просто ненавидят. Но это исключение. А усталый человек, он будет ученый, инженер, доктор, хирург, профессор. Приходит, ложится и смотрит эту билиберду. И с удовольствием. Потому что и засыпает. Слава Богу, что засыпает. Не такое снотворное, хорошее. Вот. Ну а мир меняется постепенно, медленно очень. Вы знаете, вот я вчера присутствовал на дискуссиях Шустера. И я увидел, что вот такого рода разговор в конце 19 или в начале 20 века был абсолютно невозможен. У них приличные лица, у них добрые намерения, каждый отстаивает свою правду. Но что это за правда и чем они занимаются, в то время как почва горит под ногами, ни о чем не понимают, ни о чем не думают, кроме того, как бы не опозорить ту сторону, которую они представляют, как бы наврать. И сразу видно, потом они, когда происходит перерыв, когда происходят эти самые, как его, рекламные паузы, они все друг с другом советуются, не переборщил ли я. Вот. А из этого происходит неправда. Когда воцаряется неправда, то вы знаете, ни одному ареопагу в Древней Греции, скажем, да, не было досуга слушать глупости и вранье. Потому что, во-первых, все знали, что вранье, а что не вранье. И было стыдно выходить с враньем. Вот. А мы допрыгались до того, что они все врут. Особенно, вот вы знаете, произошли недавно в Грузии ужасные, отвратительные, грязные события. Я понимаю, что журналисты – это вторая древняя профессия. Но такого испуга и такого рабства, каким отмечены российские медиа, я еще никогда не видел. Даже в сталинские времена я этого не видел. Они врут с энтузиазмом. Но они врут настолько откровенно, что цифры не совпадают с цифрами, даты не совпадают с датами, но врут напропалую. Да. А этот раздавленный и порабощенный русский народ, развесив уши, слушает. И так как он привык, что все, что говорится с экрана, это очевидно правда, и даже то, что печатается шрифтом в газете, наверное, тоже правда, то вот так и вводят целый народ за уши. Вот. Вы знаете, есть и были достойные журналисты на этом свете. Вот моя подруга была Аня Политковская. Что надо было сделать? Ну, ее надо было убить. Надо было убить. Потому что, простите, что? Да, надо было убить. Всех надо убить. Да. Ну, куда лезут? Да, что они умнее всех, что ли? Вот. А так, если все рискнем вместе жизнью, если все будем писать то, что думаем. Вы знаете, почему я рад быть в вашей стране? Потому что я не заметил пока что
что вы подавлены цензурой извне. Вы, может быть, подавлены самоцензурой. Может быть, внутри вас есть какие-то критерии и сомнения, которые... Ну, может быть, кто-то недостаточно прозорлив, может быть, кто-то недостаточно информирован, может быть, кто-то недостаточно знает о том, что вообще было раньше. Потому что если не знать, что было раньше, если не помнить о том, откуда мы пришли, ведь вы не знаете такой простой вещи, что России в помине не было, когда было грузинское царство. В помине не было, просто даже в зачатке не было. А грузинское царство называлось Абхазией. Все. И мои предки, они были абхазами. Теперь они вдруг, Сталин придумал, что абхазов, которые перешли в Кавказский хребет, которых приютили эти местные жители, их было, кстати говоря, ну, скажем так, беженцев сегодня из этого края около 400 тысяч. Людей, которые назвались, подчеркиваю, абхазами, их было 70 тысяч. Под их эгидой русский генералитет, офицерство, военно-промышленный комплекс захватили земли, построили дачи, устроились и назвались абхазами. Ну что, это такое прозрачное вранье, что всем известно, кто... Во всяком случае, это известно, слава Богу, что в Европе кто-то книжки читает и архивы знает какие-то. И есть консультанты, которые... Ну, а этот, как его... Есть там два хороших типа, Медведев и Путин. Шаровашки оба. Я просто их обожаю за вот хочу и делаю. Вот как хочу и делаю, получится на некоторое время, но на долгое время не получится. У зла очень короткая жизнь. Так, я оставляю эту тему, я потому к ней обратился, потому что мы говорили о кино, кстати говоря. А Батанатар, у меня вопрос. Вот вы говорите, что устали от телевидения, тем не менее вы рассуждаете о политике довольно много. Вы от политики не устали? Вы знаете, она нас не отпускает, эта политика, потому что во Франции очень смешной президент. Он наверняка, во всяком случае, наверняка не мудрый. В Америке просто кретин. В России, я даже не буду называть определение давать, потому что вам всем понятно, кто там. Кто правит этой страной, никто не знает. Россия, в смысле. Это удивительно, удивительно. Вы знаете, какая вещь? Ну, хотя бы раньше, в старые времена, был Людовик XIV. При нем возникли Мольер, Люли, Ренар, возник Ла Фонтен, возникли поэты, возникли искусство. При советской власти возник Михалков. Я имею в виду Сергея, про который писал все на мотив «Дети в школу собирайтесь, петушок пропел давно». Знаете,
дядя Степа, вы, товарищ, сядьте на пол, вам, товарищ, все равно. Вот, вот вся поэзия сталинского времени, она вылилась в очень хорошую. Я не говорю что, про то, что в это время были Мандельштам, Ахматова, в это время был Корней Чуковский, в это время был, жил Михаил Афанасьевич Булгаков. В это время, кстати говоря, жил Маяковский. Там и Довженко здесь. Два наивных человека, которые поверили, что мир наконец-то изменится и настанет радость, справедливость и рай для всех сущих людей. Вот, они так поверили в это. Маяковский во всяком случае поверил. Я знаю, что Довженко тоже в это поверил. Вот. И кого? И обоих растоптали. Тем или иным способом, ну, растоптали. Кстати, Довженко, я у него учился год. Он через год он помер. Довженко помер в возрасте, он был младше меня почти на 10 лет. Вот. Что? Я говорю, я был у него на курсе. Это что такое? Вы со мной общаетесь? А? Я с вами составил коллектив. Вы могли составить курс. А вот лично. Да, я знаю все, о чем я говорю. Да, я общался с ним там много. Вот. Но у нас на курсе было несколько людей, приехавшись из этой страны. Это был очень-очень тонкий и чуткий человек Ролан Сергеенко. Это была Лариса Шипитько. Вот. И это был Микола, вы не знаете, наверное, он не стал режиссером в итоге, Венграновский, такой был поэт. Ну. Простите? Фильм он снимал, но трудно сказать, стал ли не стал. Да, не стал. Нет. Ну вот. Такое было поколение. Ну, но во всех случаях, может быть, те люди, которые от нас ушли в то время, это были самые благородные люди. А были вся страна была населена жуликами. Жуликами, прохиндеями. Ну, какая радость, наверное, быть прохиндеем на некоторое время. Не думая о том, что... Вы знаете, что в Тбилиси, когда большевики завоевали город в 21-м году, они поставили, что они поставили? Они поставили памятник Ленину. И каждое утро на голове у Ленина был горшок с говном. Но это долго не длилось, потом они поставили постовых. На могиле Карла Маркса в Лондоне. Это просто ритуал. Каждое утро смывают дерьмо. Ну надо же такое заслужить. Почему-то на могиле Канта этого не происходит. Даже на могиле изобретателя диалектики Гегеля этого не происходит. Ну, на могиле Шопенгауэра подавно этого не происходит. Вот. И, ну, а Сергей Михалков, значит, написал гимн Советского Союза три раза. Теперь вот представьте себе, какому поколению я принадлежу и с кем мне приходилось общаться всю жизнь, и кто были люди, которые меня подстрекали, делай как они.
Ну вот от того, что как-то, вы знаете, все зависит от воспитания, от дедушки, бабушки, и даже прадедушки, прапрадедушки, прапрабабушки. Не смог я это сделать, а делал очень спокойно, присвистывая то, что хотел, и это им все не нравилось, потом они меня выгнали. Они выгнали бедного моего товарища Андрея Тарковского, тоже выгнали. Ну, во всяком случае, поставили в такую ситуацию, что другого выхода у него не было. Вот, и думали, что они вздохнут легко. Ну, не тут-то было. Не тут-то было. Дурные примеры заразительные. И появились там-сям какие-то молодые люди. После того, как Андрей уехал, ну, у вас есть чудный пример бунтаря и раздражителя всех функционеров и всех чиновников, это Сергей Параджанов. Чего он только не натворил. И, кстати говоря, не потому, что эта идеология его беспокоила, а просто он их терпеть не мог всех. Он их презирал, он их подводил, он их провоцировал. Они взбесились на него. Ну и что они с ним сделали, вы сами знаете. Ну, Грузия такая страна, что он не поехал в Армению, он приехал в Грузию. В Армению он не поехал. Хотя он тбилисский армянин, это правда. Он родился и вырос в Тбилиси. Но это был один из талантливейших человеков, которых я знал. Я человеков говорю так. Но невыносимый, тяжелый, капризный, но очень-очень талантливый. И по большому счету очень, очень высокого ранга человек. Вот такая была вещь. С ним работал Ильенко. Он был оператор. Я его давно не видел, не знаю, во что он превратился, но надеюсь, хотелось бы, чтобы он жил достойно. Моим товарищем был Володя Денисенко. Такой у вас был режиссер, если вы его помните. Вот. Как-то этот город, в котором вы живете, он достоин того, чтобы быть в мире, и чтобы все вы собрались, и как-то очень спокойно продолжали бы работать, а не спорить о каких-то, кто за кого, кто чего, кто кого подсаживает, кто... То, что я вчера слушал, у меня уши вяли просто. Вышел на улицу сегодня утром. Боже, какая прелесть. Как странно, но как все отстроили. Даже мои товарищи, вот, с которыми я познакомился вчера, видите, сделали кинотеатры какие-то. Это же работа все. Это же не политика, это же не выворачивание мозгов. Работают люди, дайте им работать. Ну и перестаньте спорить, потому что это не Сенат. Сенат в Риме кончился тем, что справедливо, Брут последний нанес удар Юлию Цезарю. Надо было. Вот. Мы с вами являемся поколением, которое помнит немножко так как-то, что было во время революции. Вы помните, что мы помним о том, какой был страшный голод на Волге и на Украине? 20-й год. Что они натворили? Они ни за что не хотели, чтобы корм поступил в эту страну. Чтобы извести всех.
И видите, какая странная вещь. Это я почему говорю, что все пытаются нас всех извести, а потом выясняется, что мы все продолжаем жить. И вдруг и продолжаем рожать детей, и продолжаем их воспитывать. Уже, наверное, качеством не так, как это могло бы быть при наших предках, при наших старших, но пытаемся их воспитывать инстинктом и душевными какими-то нашими мерилами. Но то, что мы потеряли, это невосполнимо. То, что натворили большевики на этой земле, это невосполнимо. То, что они уничтожили тот тонкий, едва нарождающийся слой везде, и в России, и в Грузии, и на Украине, и везде. Сдули его, посадили, в лучшем случае посадили на пароходы и услали далеко куда-нибудь, как Бердяева, как отца Булгакова, извести. Ну вот, и дожили, мы с вами остались сиротами. Я с вами разговариваю, особенно не будучи уверенным, что я имею право что-нибудь вещать. Но на безрыбье и рак рыба. Вот. Я хотел бы вернуться все-таки к ретроспективе, которую мы сегодня начинаем. Мы посмотрели ваш студенческий фильм «Игровой». И известно, что ваш дипломный фильм был документальный. И в программе нашей ретроспективы есть большое количество ваших документальных фильмов. Что для вас игровое и документальное кино? Существует ли для вас какое-то специальное отношение к тому иному виду? Что для вас важнее? Вас интересует такой вопрос? Ну, во-первых, я считаю категорически, что никакого документального кино не существует. Ерунда все. Как только вы поворачиваете камеру в ту или другую сторону и выбираете, что вы хотите снять, это уже ваш выбор. Это никакого отношения к объективности, к документу не имеет. Поэтому советский термин «документальное кино» и западный термин, перенятый у большевиков, «документальное кино» – это ложь. Как только мы склеиваем два куска пленки и выбрасываем то, что нам не нравится, это уже наша воля. Значит, это не документ, это не документальное кино. Сегодня можно снимать на видеокамерах бесконечное количество панорам, но это будет так скучно, что это перестанет быть документом. Мускулатура мысли, которая существует в кинематографе, она заключена в том, как склеить два куска пленки, чтобы из этого получилось бы нечто, какое-то некое понятие. Вот. Раз мы оперируем понятиями, и раз каждый человек, который делает две склейки здесь и там, он имеет тенденцию какую-то, то никакого отношения к документу это не имеет. Все, то, что я называю документальными фильмами моими, ну это просто они так называют, они их классифицируют, то есть там нет Катрин Денев, и нет Бондарчука. А все остальное люди ходят так, как я им сказал, делают то, что я им говорю. Я говорю, повторите, пожалуйста, то, что вы давеча сделали. Сделайте, пожалуйста, так, чтобы я вас видел с этой стороны. Встаньте, пожалуйста, справа налево. Поверните головки слева направо и так далее, и так далее. Вот. Поэтому это никакой не документальный фильм, а то, что снимал вот эти псевдо-документальные фильмы, называется «Киноглаз», этот жулик Дзига Вертов, который
снимал потрясающие вещи, придуманные им самим, и выдавал это все за документ. Это даже не документ, это все, это его фантазии. Ну, кстати, очень, очень низкого пошиба, но его фантазии. Ну, Господь с ним. Но это не документальное кино. А там еще он снял такие три песни о Ленине. Ну, хрен с тобой, снимай твои три песни о Ленине. Подумаешь, тоже мне. Вот. А еще был Кармен, такой документалист, знаете, который то про Кубу снимал, то про нефтяников снимал. Да. И вот так и умер, не исповедовавшись. Вот вам документальное кино. Я снял один фильм, значит, я работал, вы знаете, я когда как-то уже стало не в моготу, я стал работом, я рабочим стал. Я стал работать горновым в доменном цехе металлургического завода. И, значит, потом я оттуда ушел и снял про них фильм. Что вы? Партком киностудии документальных фильмов сказал, что если бы этот фильм был снят в Италии, было бы все правильно. А ты же про наших рабочих снимаешь. Вот. А они же у тебя усталые, они же у тебя выполняют какой-то неимоверной тяжести труд. Что это такое? Ну, я сказал, извините, я говорю, знаете, вы ошибся. И положили фильм на полку до сих пор, но потом в итоге, раз они кладут фильм на полку, то он лежит некоторое время. И как вино зреет. И если ты не наврал, то ты откупоришь такую бутылку, и это вино можно пить. Оно созрело. И это есть свидетельство о том, о чем ты думал, и никакой не документ, о чем ты думал, как к чему относился. Вот поэтому никаких документальных фильмов не существует на свете, и не верьте им. Насколько изменились ваши взгляды на процесс создания фильма как творчества в 70-е годы и в наше время? Если изменились, то как? Ну, вы знаете, что всегда в мире производилось очень большое количество фильмов, больше 2000. И всегда оставалось к нашей радости, ну, с десяток картин, которые были достойны внимания. Вот. Например, за всю историю кино у нас набралось, наверное, полторы сотни картин, которые заслуживают того, чтобы быть свидетелями нашей разделенной с авторами печали или радости. Вот. Снимать картины – это тяжелое занятие, и никому не рекомендую этим заниматься. Но занятие, оно все-таки для тех людей, которых я очень уважаю в кинематографе, я все-таки считаю, что они все были рыцарями. Они оберегали и защищали хрупкое и не входящие ни в какие рамки свое дитя. Вот. Кино стоит сегодня делать очень дорого. Раньше было хуже, потому что была цензура, еще хуже. Сегодня цензуры нет, но есть публика, дурно воспитанная, которая диктует уже свои критерии, свои правила тем людям, которые должны вкладывать деньги в кинематограф. И эти люди
будучи на поводу у этой публики, а публика сегодня в основном в кинотеатрах это молодые люди до 23-25 лет. Вот, воспитанные на телевидении, на телесериалах или на голливудской халтурной продукции. Почему я говорю с ответственностью халтурной? Потому что голливудский фильм любой, он предвидим. Вы знаете, предвидим, потому что он сделан по всем классическим методам греческой мифологии, когда один герой побеждает все существующее на свете зло. То есть это даже не романтика, а это просто безобразие. Но так убедительно и так захватывающе сделать безобразие, это называется, раньше это называлось, сделать из говна конфетку. Вот. На этом воспитанный молодой зритель, он не идет в кинотеатры смотреть что-нибудь, что ему предлагается от души, а продюсер не вкладывает средства в то, что может не понравиться этому зрителю. Что вы имели в виду? Да, я работаю всегда так же. Если бы было не так, то я бы не работал. Вчера в этом зале был пресс-показ вашего первого, самого первого и самого недавнего фильма. И между ними есть много общего. Очевидно, вы всегда оставались верной себе. Во-первых, ну, и снова к другому, и вы молодой в начале, а потом в финале ходите в кадр, подписываете кадр. И в первом, во втором так получилось, что присутствуют вот те, кого вы не любите, очевидно. Те, кто не делают искусство, а говорят о нем. И акварели, и в последнем фильме, в садах осени, в начале, там, когда Венеры описывает торговец. Но у меня, это как раз игровой кинематограф, художественный кинематограф. Меня интересует один образ, который у вас там, именно в вашем исполнении возник, загадочный, неудачный. Как у вас разгадать его? Вот как раз склеенные куски пленки, которые раздают смысл. Вы там играете такого симпатичного алкаша, похожего на Илью. Из певчего дрозда, веселый, симпатичный, компанейский, Арно, насколько я помню. Я не могу. Я должен забыть. Я думаю, что... Да. Так вот, там есть в финале такой эпизод. Ваш персонаж рисует святого Георгия цветными мелками на асфальте, под ногами у парижан. Причем так ревниво относится к нему. Ну, понятно, святой Георгий — это символ Грузии, даже имя свое, собственно говоря, в стране дал. Так вот, ну, с другой стороны, это все под ногами у людей, которые просто поэтому могут ходить. Это что? Образ ностальгии по родине, образ достоинства грузина за рубежом в Париже, который все равно рисует символ своей страны. Причем, зная, что или упрек Европе, которая будет топтаться, поэтому ходить по этому образу. Или вообще у меня есть фантастическое такое допущение. Может, это вообще не Грузия, хотя святой Георгий. Дело в том, что у Москвы тоже этот же герб, святой Георгий. Что это было? Какой смысл? Ну, во-первых, давайте отнесемся к святому Георгию, как ему положено. Святой Георгий называется Белый Георгий в Грузии, и после того, как Россия аннексировала Грузию в 1802 году, он вошел в герб Российской империи. Святой Георгий. Никакого отношения к России он не имеет. Поэтому Грузия называется Георгия на всех языках. И святого этого распознать трудно, потому что святой Георгий был один мифический, который убил дракона.
убил дракона очень странным образом, как бы освобождая некую принцессу, это я вам европейскую версию рассказываю, которая дракона водила на ошейнике, любила его и прогуливала. И он, этот сумасшедший, рванулся и убил этого несчастного дракона, который даже не понимал, почему он его убивает. Вторая история, значит, такая, что дракон охранял источники, которые должны были питать деревни в окрест лежащие, и крестьяне просто жаждали и просто мучились жаждой от того, что воды не было в их, на их посевах, виноградниках, огородах, чем они, крестьяне, занимались, сами знаете. Вот. И Святой Георгий, потому что этот дракон, значит, это все, Святой Георгий его убил и освободил. Третья вещь – это представление дракона как зла. Тут немножко надо подумать, не относится ли это к драконам Китая. Надо задуматься. Во всех случаях, в нашем понимании, дракон – это зло, которое надо повергнуть. Так мы примитивно сегодня об этом думаем. Теперь, то, что на асфальте в Париже рисуют Мадонну, то, что на асфальте художники рисуют копии с Моны Лизы, и поэтому люди ходят пешком, ничего плохого нет. Они в это время показывают свое мастерство и удаль, и люди им кидают монетки, они собирают эти монетки и идут себе в бар и выпивают. Поэтому имейте в виду, что вот наша старая советская привычка относить к символам, что бы ты ни сделал, она не совсем совпадает с реальностью. Поэтому, думаю, у меня такой забулдыка человек, который сидит и рисует, что он будет рисовать. Ну, конечно, мне веселее рисовать Святого Георгия, чем Мону Лизу. Ну, вот я рисовал Святого Георгия. Ну и что, подумаешь, ну и пройдут по нему. Вы знаете, кстати говоря, понятие быть захороненным на площади или быть захороненным в храме, по которому по могиле твоей будут ходить люди, это очень древняя традиция. Вот царь Давид, строитель грузинский, он сам принес свою плиту на плечах и сказал: меня похороните здесь, чтобы, входя в храм, люди по мне ступали. Поэтому никакой ереси и никакого богохульства в этом нет. Ну, нехай ходят по Святому Георгию, ну, ходят себе. Но главное не в этом дело, главное дело в том, что человек зарабатывает себе на жизнь. Поэтому никакой символики в этом искать не надо. Я вас очень прошу. Пожалуйста, у нас последний вопрос. Да. Не-не, да, я слушаю вас. Вы сказали, что любой голливудский фильм – это халтура. Но и Вуди Аллен – это Голливуд, и Полански снимал в Голливуде, и Форман снимал в Голливуде. Где, на ваш взгляд, сейчас делают не халтуру, и что вы вообще смотрите? Я вам добавлю еще, что Орсон Уэллс снимал в Голливуде, и Джон Форд снимал в Голливуде, да? И Чарли Чаплин снимал в Голливуде, и Мэри Пикфорд снималась в Голливуде. Да, но схема, выработанная в Голливуде на сегодняшний день, она архикоммерциальна. Вот. А когда вы не знаете даже имени режиссера, когда вы не знаете, кто это сделал и для чего он это сделал, вы знаете, что Орсона Уэллса изгнали из Голливуда, вы знаете, что Чаплина изгнали из Голливуда,
Вы знаете, что Бестер Китон был изгнан из Голливуда? Вы знаете, что все приличные люди во время охоты на ведьм были изгнаны из Голливуда? Поэтому Голливуд сегодня превратился в некое гиперподражание сталинскому Мосфильму. Поэтому будьте спокойны, я знаю, о чем я говорю. Поэтому это сегодня эта контора наполнена людьми, сдавшими свои позиции. Они умеют, может быть, делать кино, но не хотят. Не хотят рисковать. Потому что зарабатывать деньги гораздо приятнее, чем делать свое кино. Делая свое кино, на этом не заработаешь. Этому примеру всех моих коллег и всех моих товарищей, которые достойно прожили жизнь. В том числе Бориса Барнетта, например. Вот. И, кстати говоря, и Довженко, который никак не мог понять, он хочет сделать добро, а его оттуда шпыняют. Никак не мог понять. Ну, такой был несообразительный хохол. Ну, что делать? Благороднейший был человек, между прочим, чтобы вы знали. Вот. А халтура – это значит идти по проторенной тропе. Вот что такое халтура. Вот. И халтура – это значит стремиться любым способом заработать бабки. Это очень неприлично. Во всяком случае, советую вам детей в таком стремлении не поддерживать. Потому что чем меньше мы будем стремиться к материальным благам, и чем больше мы будем жертвовать всем для того, чтобы делать, если у нас есть что в голове, если хотя бы два шарика есть в голове, но хотя бы подчиняясь тому инстинкту, который у нас заложен, чтобы быть упорными, чтобы защищать слабых, чтобы бороться за что-то, то это и есть наша функция всех. Теперь, что они делают в вашем парламенте? Они все грызутся друг с другом. Я увидел это все. Очень жаль. Потому что в это время, отпущенное нам с вами на работу, на создание чего-то, на воссоздание, на строительство чего-то, на строительство здания, когда каждый из нас призван вложить свой кирпич, каждый свой кирпич во что-то, во что он верит, это все исчезнет. Какое отношение к нам имеют их распри, их споры? Никакого. Давайте делать что-то руками. Вы знаете, сказал Михаил Ром очень хорошо. Кто умеет, делает. Кто не умеет, разглагольствует. Дорогие коллеги, к сожалению, мы вынуждены закончить нашу пресс-конференцию, поскольку ждут люди, которые займут места в этом зале по билетам. Начало сеанса через 10 минут. Позвольте от вашего имени поблагодарить Атару Селиани за часовую встречу с вами. Спасибо.